Ребятам из щетининской школы раздали красные пионерские галстуки, рассказали об истории тимуровского движения и книгах нашего земляка Аркадия Гайдара. Новыми участниками добровольческого отряда стали 15 школьников. Они возьмут шефство над семьями участников СВО, которые проживают на территории сельсовета. Мы очень рады, что в нашей замечательной школе именно здесь рождается инициатива по воссозданию этого тимуровского движения, по оказанию помощи тем семьям фронтовиков, которые воюют и защищают нашу свободу.